Завод с большой историей. Одно из крупнейших российских предприятий боеприпасной отрасли. Его строили заключенные ГУЛАГа и немцы с Украины и Поволжья. Как жили первостроители предприятия? Настолько было холодно в бараках, что воротник бушлата примерзал к волосам. Отсчет истории предприятия ведет с 8 августа 1942 года. С чего все начиналось и на что сейчас руководство делает упор? Инвестирование в промышленную безопасность является одним из приоритетов нашего предприятия. Новейшее оборудование. В 2022 году завод «Урал» занимает третье место в конкурсе на обеспечение безопасности условий и охраны труда среди предприятий Пермского края. На заводе работает 1400 человек. И нам важно, чтобы они не просто хорошо работали, но и дружно отдыхали. В чем секрет успеха? Какие сейчас есть новые возможности и пути развития? И почему раньше завод называли детским садом Мипариани? Смотрите специальный репортаж, посвященный этому предприятию. Понедельник, 20:15. Сразу после вечернего выпуска новостей.